заново представить свои упражнения с булавами. Еще надо сказать, что Сибирь достаточно широко представлена на чемпионате России. Красивые и сильные гимнастки оттуда. Ну и плюс ко всему командные соревнования. Сибирячки заняли, их команда заняла 3-е место. Хочу сказать про Ксюшу Пузанову, что она постоянно тренируется только в центре, только с августа прошлого года. Тоже значительно прибавила девочка. Очень разумная, терпеливая девочка, что немаловажно в спорте. Потому что помимо талантов, которыми наделена гимнастка от природы, необходимо иметь терпение. На физические данные налицо. Да, длинноногая, красивая девочка. Видите, достаточно сложный элемент турлян на высоком полупальце. Я скажу, что это ее коронка. Она долго стоит в равновесиях, терпит повороты. Вот посмотрите, держит, держит форму, переводит в другую. И очень жаль, что юниоркам еще решается, правда, вопрос, можно ли им делать повороты микс. Что это значит? То есть повороты, которые состоят из двух форм. Решается вопрос об этом, и буквально вот завтра, послезавтра мы будем знать. Ксения Пузанова 22,23.